have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, у нас бустерная вакцина от вируса ZXX20 для населения, хорошо. Кофе ток, продолжаем. Авария с участием нетрезвого водителя Некамими перевернулся и грузовик с валерьяной. Это, пожалуй, новость дня. Хорошо, НЛО, ранее замеченный космической национальной гвардией, напоминал непреклонный воздушный шар. Это как? Погодите. Как вы можете себе представить вот фразу «непреклонный воздушный шар»? Что? Ладно, поехали, начинаем день. Сначала лазим в телефоне, как обычно. А, Квия, привет! Давно тебя не видел, девчуля. Так, сторис. Лукас, спокойной ночи. Давай, дружище. Сегодня у меня напряженный день, потому что нужно уметь к себе прислушиваться. Не забывайте иногда отдыхать. Это правда. А, сказал жене, что не стоит бояться ошибок. Она сказала, что со мной никогда не бывает страшно. Джорджи, красавчик. Что у нас? Не книга рецептов. New Stories. Так. Из чего бы ни были сделаны души? Рахлия Хаумат, 30 сентября 23. Я не ожидал увидеть его здесь, в кофейне на углу большого города, в моем убежище. Я думал, что после расставания это место превратится для него в очередное воспоминание, запертое где подальше и навсегда забытое. Он меня еще не заметил, я убедила себя, что это хорошо. Сегодня на работе был такой завал, что лишние переживания мне ни к чему. Я всегда хотел выпить чашечку. Всего-то хотел выпить чашечку кофе, закончить проект, ну и почитать главу на моей потрепанной копии «Грозового перевала». Вы поняли, ладно. Может пойти куда-нибудь еще? Нет, это кофейня моя, я первая его сюда привела, так что уйти должен он, ведь именно он ушел от меня, уверенно уходить, его любимое занятие. Уф, да пошло оно к черту. Что мне нужно? Так это горсть кофе, не история о прошедшей любви. О, моя любимая писательница, чего желает сегодня отведать, мэм? Мне чашечку капучино и поменьше неловкого флирта. Лира улыбнулась своей фирменной хитрой улыбкой. Ее пальцы станцевали на кассе, пока она вбивала мой заказ. Кто-то сегодня встал не с той ноги? Я-то думала, что неловкий флирт – это основная причина, по которой ты еще ко мне заходишь. У Лиры всегда приподнятое настроение, она и правда была одной из причин, по которой я сюда возвращалась. Мне нельзя было об этом знать, иначе она бы мне вечно об этом припоминала. Она это и так знает, ты понимаешь, что этот план провалился. Симпатичная бариста отсыпала кофе, одновременно изучая мою беспокойную мину. Слушай, а у тебя с ним что, тут встреча? Он уже давно пришел. Пока она утрамбовала кофе в фильтре, я пыталась собраться с мыслями. Ты женщина, она женщина, какой флирт между вами, окститесь. Так, нет, я не ожидал его тут увидеть, мы особо не общаемся. Прогнать его? Я ведь могу, ты только скажи. Нет, все нормально, но мне нравится Лира в режиме заботы, включая его почаще. Приятно, когда ты за меня переживаешь. Ну, нам просто явно показывают, что она с ним были вместе, он от нее ушел, она натуралка. И тут Лира, которая барменша, и про флирт, и про всякое такое. Ну, как бы это мне все нелогично, кажется. Очень остроумно. Нервы? Наверное. Но откуда им взяться? Мы расстались. Точка. Удачи, детка. Лира одарила меня еще одной искренней улыбкой. О, фух. Пардоньте. Я отошла от стойки и села за стол. Попивая капучино, я переключила внимание между ноутбуком и декором кофейни. «Грозовой перевал» лежал на столе, закладка торчала у самого корешка книги. Помнишь, как он прочитал ее за ночь, чтобы потом обсудить с тобой сюжет? Неожиданная мысль. Наконец-то он подошел к моему столу. «Не занято?» Вот что он спросил, положив ладонь на спинку стула напротив. Я 2 секунды смотрел ему в глаза, а потом пожал плечами. «Ну так, как дела?» Прежде чем задать мне этот вопрос, он немного помолчал. «Лучше не придумаешь, дел не проворот». Я уставилась в экран. Главное не смотреть на него. Не смотреть. Ха-ха.
это на тебя похоже. Ну, извини, что пытаюсь выжить в этом мире. Уверена, что мой угрюмый ответ застал его врасплох. Я и видеться-то с ним не хотела. Пусть уходит. Извини, что взял и нагрянул в твое убежище. Я просто хотел узнать, как ты, убедиться, что ты в порядке. Конечно же, он знал, что это кофейня, мое убежище. Я всегда была для него открытой книгой. Всегда. Но дела у меня не хуже, чем у любого другого офисного планктона с разбитым сердцем, так что задача ты справился. Молодец, красавчик. Черт, старая привычка. Ты по-прежнему не на меня злишься? Не вопрос, полноценное утверждение. Знаешь, раньше злилась, но бывают в жизни огорчения. Может, нам просто не суждено было быть вместе, вот и все. Я как-то жила раньше без тебя, так что и дальше проживу. Опять молчание. Мы молча посмотрели друг на друга. Извини, дело по работе, мне срочно нужно отвлечься. Я взяла себя в руки и постаралась передать своему взгляду как можно больше равнодушия. Я не собиралась показывать ему, как больно он меня ранил. Эта девушка планировала захватить мир, и все ее планы однозначно не входили. И в ее планы однозначно не входила история про разбитое сердце. Какой захват мира? Ты сама только что признала, что ты офисный планктон. Ты не можешь справиться с самой собой, когда к тебе заходит в твою кафешку бывший. Ты не можешь справиться с заказом кофе у нескромной баристы. Ты вообще, в принципе, никто. Какой захват мира? Ты о чем вообще? Знаешь, думаю, нам все-таки было суждено быть вместе, просто не слишком долго. Я довольно неплохо понимала, что он чувствует по одним только глазам. Раньше для меня... Не было глаз роднее. Тогда же передо мной были глаза незнакомца. Любишь ты красивые слова? Мне стало гадко. Что еще я могла ответить? Не знаю, злилась ли. Может, нужно было накричать на него и бежать на улицу? Грустила ли я? Может, я надеялась, что мы сможем открыть эту уже закрытую главу? Не знаю, ощущения были. Не из приятных. Он посмотрел на грозовой перевал. Из чего бы ни были сделаны души, наши с тобой одинаковые. Наверное, нам стоило знать, что в этом нет ничего хорошего, совсем как в книге. Я не сдержала улыбки, хоть она и вышла печальной. Конечно, отчасти я надеялась, что мы сможем заново построить сожженные мосты. Как здорово было бы, если бы он снова жил со мной в мире еще столько мест, где мы не были. Ну, эта история подошла к концу. Зачем теперь об этом думать? Она завершена. Ты ведь этого хочешь, да? Сказал эти слова и замолчал. Я чувствовала на себе его взгляд незнакомца. Да, история закончилась, но это была лучшая история в моей жизни, понимаешь? Конечно, понимаю. Я ответила немногословно, потому что чувствовала, что вот-вот расплачусь. Какая ужасная ситуация. Разве мы предполагали, что нас это ждет, когда вообще пообещали друг другу быть вместе? Из чего бы ни были сделаны души, наши с его одинаковые. Наши с его... Моя с его или наши, но наши с его, это ужаснейший оборот в речи, по-моему, это вообще незаконно. Мы клялись друг другу, не причиняя друг другу боли, а еще один классный оборот речи, клялись друг другу, не причиняя друг другу. Короче, сегодняшняя история отвратительна, она про плаксивую девку, которая, скорее всего, накосячила, которая сама, скорее всего, прогнала мужика, себе напридумала, что это он ее кинул. Он пришел, попытался с ней поговорить, помириться, она еще больше начала себе копаться, натворила фигни. Короче, за сегодняшнюю историю минус. Все, поехали дальше. Привет, Аквия. Привет. Как поживаешь? Нормально, все по-старому. Как у тебя дела? Так, ну, если честно, много чего произошло. Можно я сначала сделаю заказ? Конечно, чего бы ты хотелось? Чего бы ты хотела? Приготовишь мне чашечку чая масала? Я не помню, как его делать. Поехали смотреть на чаи. Так, это у нас... Цветник, синяя молния, грезы, гибискус, каркаде. Давайте я безмятежность Акви еще раз сделаю. Я не помню чай масала. Так, ладно. Латте, эспрессо, галаха, капучино. Это все с зеленым чаем. СТМД. Сладкий кофе, каркаде. Синие грезы, матча, безмятежность. Вот, давайте безмятежность. Цветник. Я не помню, как чай масала делать. Черт побери.
есть матча, латте с зеленым чаем. Я без понятия, у меня нет этого рецепта, я его раньше не делал, я без понятия, как его делать. Давай тебе сделаю зеленого чая, лимона и мяты. Я без понятия, что готовлю, извините. На, держи. Пожалуйста, выражайся попонятнее или делайте так, чтобы я этот рецепт знал. Я ведь не это заказывал. Да, ты нет заказывал. Не надо, допью. Давай, допивай. Начала говорить? А, точно. Я последнее время много работаю над игрой. Понятно, как успехи. Тяжело идет, но я справляюсь. Приятно слышать. Что насчет того договора? Или договора? А, да. Я, конечно, отказалась его подписывать. Почему? Почему? Неужели тебя эта тупая Миртл все-таки отговорила? Ты... Не, я понимаю, что, скорее всего, по игре выйдет так, что это в плюс. Но в жизни так не бывает. Но что поделаешь? Жаль, что так вышло. Игры у этого издательства, правда, классные. Понимаешь? Но они предложили слишком мутные условия. Это не мутные условия, это обычный бизнес-договор, блин. Сразу стало понятно, что они относятся к нам, частным разработчикам, с большим пренебрежением. Это большая студия. Ты мелкий, никому неизвестный разработчик, там, с одной игрой и всякое такое. Естественно, начальные условия для разработки будут отвратительными. Ты для этого... Ты сейчас зарабатываешь себе имя на этих проектах, а потом уже будешь зарабатывать деньги. Все изначально пашут в минус, это нормально. Самое неприятное, что если бы я не знал того, что знаю сейчас, то я бы закрыл глаза на невыгодные мне условия и стал бы знаменитой. Но ладно, просто потому, что это мое любимое издательство. Тебя можно понять. Ты не ожидал, что они захотят тобой воспользоваться, доверилась им. Договор должен устраивать обе стороны, верно? Ну, жди своих идеальных условий, давай, до свидания. А потому что по большому счету это деловой вопрос, но даже не знаю. Вообще-то я пытался обсудить с ними условия, думала, у них осталась хоть какая-то капля совести. Только не говори об этом Миртл, ладно? Миртл идет лесом. А, хорошо. Но это ни к чему не привело, как я и ожидала. Они как заведенные повторяли, что делают мне одолжение, потому что я мелкая пешка. Как бы, да, они огромнейшая студия, они берут на себя риск, ввязываясь в твой проект, веря в тебя и всякое такое, поэтому... Конечно, они хотят для себя неких страховок, неких гарантий. Ты, смотри так, или ты сама, как независимый разработчик, делаешь игры, пишешь их там, сама кодишь, сама рисуешь, сама занимаешься дизайном, сюжетом, разработкой, и у тебя через 5-6 лет у такой работы выходит игра. И тогда, если у тебя все хорошо получилось, ты на ней становишься относительно популярной, знаменитой, и тогда уже есть вариант поторговаться. Или же ты хочешь все и сразу. Короче, ты не права в данном случае. Аквия должна пройти к этому вопросу рационально и по-деловому. Правильно. А зато сомнения по поводу капли совести отпали. Ага, учитывая, насколько невыгодные они условия предлагали, уж могли бы сохранить хоть видимость вежливости. Думаю, им нет особого дела до вежливости. Это бизнес, какая вежливость? А, кстати, Миртл скоро зайдет. Я не хочу ее видеть, блин, я на самом деле тут заморачивался, что мне не нравится Хайд, и мне не нравится... как ее? Это Риана, Риона, да-да-да. Так вот, Миртл тоже очень отвратительный персонаж. С Хайдом мы хоть как-то иногда находим общий язык. Но Миртл просто отбитая нахрен, и она за собой тащит еще и Аквию. Потому что Аквия нерешительная, скромная, она такая вся, знаете, второстепенная. Вот им нужны такие люди с ними, с таким характером, как у... Акви, им нужны там подруга или муж, или кто-то еще, кто-то, кто будет их пробивать по жизни, кто будет идти вперед и тащить их за собой, они сами вперед не идут. Так вот, ей попалась Миртл, но Миртл тупая. Вы же помирились? Да, мы друг перед другом извинились. Славно. Я знаю, я непонятно выражалась, не объяснила контекст всей ситуации, но она дала понять, что понимает, почему я нервничала, и просила прощения за преждевременные выводы. Мне было важно это услышать. Теперь она помогает мне ускорить разработку игры. Здорово. Не надо, не Миртл, нет, нет, нет. Это она. Привет. Привет, Миртл.
Как раз мы говорили о тебе, ясно. Надеюсь, только хорошее. Да-да-да, надейся, блин. Дура. Извини, сегодня без заказа. Почему? Времени нет, нам пора на выставку. Помни, вали отсюда. А, точно. Выставку? Мы ищем новые детали для моего компьютера. Но он в последнее время немного тормозит. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, а как вы можете считать себя разработчиками, как вы можете писать игры, если вы не шарите в компах? На какую выставку? Какие детали для компьютера? Пошел, блин, подкинул оперативы, пошел, подкинул еще чего-то. Это вообще не считается поиском деталей. Ты, блин, зашел в магазин и купил, и все. Но если нет денег, это другое дело, но... Ой, блин. Немного. Она так шутит, на самом деле компьютер уже бьется в агонии. Если мы все-таки поедем, то соберем тебе новую машину. Но если тебе нужны детали, можешь одолжить их у меня. Одолжить. Но, если честно, я уже не уверен, что несколько деталей исправят ситуацию. Да, ты права, давно пора это сделать. С компьютером связана работа. Я уже 100 лет его откладываю. Самое время для компьютера... Время для компьютера пошустрее. Отличный настрой. Все или ничего. Извини, но нам уже пора. Спасибо за напиток, до скорого. Давай-давай, пакетом. Хорошей дороги, удачи, спотыкнитесь там. Короче, да, сама по себе Аквия, она довольно положительный персонаж. Посмотрим. Сама по себе Аквия, она довольно положительный персонаж. Она милая, она прикольная, она талантливая, но она дурочка. Вот, и она такая вот немножечко забитая, потому что она всегда второстепенная. Ей нужен кто-то, кто будет на первом плане. И в качестве первого плана она выбрала Миртл, а Миртл вообще отбитая дуреха настолько, что у нее мозга вообще просто нету. Пройдусь по сегодняшнему списку. Привет, дядька, давно не заходил к нам. А, вы вдвоем? Джентльмены, приветствую. А говорят, что кот с собакой не ладит. Привет. Так, приятно тебя здесь видеть, Андрей. Как дела? Замечательно. Вижу, у тебя тоже все хорошо. Как и всегда. Что будете пить? Что будешь пить, Андрей? Я угощаю. Нет. Так не пойдет. Ладно, просто счет. Про счет поговорим позже. Так что тебе приготовить? Сначала ты. Точно? Ну ладненько. Мне чашечку СТМД. Вот, они мне уже начали давать заказы по книге. Это был. Я не помню, что было за СТМД, сейчас посмотрим. Вот, молоко, имбирь, мед. Имбирь, ты где? Вот. Начали заказы по книге давать, но мне не все заказы... Не вся книга открыта, поэтому... Да, подаем. О, какой приятный аромат. Спасибо, идеально. Конечно, идеально, пожалуйста. Так... А ты что будешь? О, мой черед. На что-нибудь имбирное. Есть пожелание? А что ты мне посоветуешь? Я не против попробовать какой-нибудь новый чай. О, у тебя появились новинки? Да, синий чай и гибискус. Надо же, гибискус. Попробуй джахе розелла. Попробуй те джахе розелла. Те. Отлично заходит в такую погоду. Незнакомое название. Это имбирь с бутонами розеллы, то есть гибискуса. И все? Но еще он сладковатый. Интересно. Я попробую. Мне теджах и розелла. Как ты там говорил? Имбирь с бутонами. Так, гибискус. Гибискус, имбирь и чуть-чуть меда. Гибискус, имбирь, чуть-чуть меда. Получилось. Отлично. Подаем. Джахе розелла, держи. Что думаешь, Хенри? Нормально выглядит? Ой-ой. Выглядит как надо. Кстати. Тамадачил. Гала добавил деталей. Я уже готовил этот чай. Я уже не помню. Ну, раз он у меня есть на гибискусе. Джахе розелла, да. Ясно. Выглядит как надо. И пахнет чудесно. Попробуй. Да, вкусно.
Ух, импровизированные испытания пройдены. Ну что, как дела? Я что-нибудь пропустил? Что-то произошло, да? Можешь рассказать? Офицер, кстати, тоже скоро придет. Хорошо. Мне кажется, меня... что касается меня, просто рад, что ярость прошла. Ты как, в порядке? Да, как видишь. А ты как поживаешь, Эндри? Прошел обследование? Да, да. Рэйчел всю неделю меня донимала, так что пришлось сходить. Хорошо. Нет никаких сомнений, что мне пора сбавить обороты. Костями чую. Как говорится, время суровое, госпожа. Это точно. Ну уж тебе точно не на что жаловаться. Ну-ну. Ты знаешь, что тело у меня уже не то, что раньше? Вот как? Я имею в виду, я в расцвете сил, я был совсем другим 50 лет назад. Шучу. Дело в том, что в последнее время я довольно тяжело переношу превращение. А, серьезно? А, мышцы потом болят куда больше. На следующее утро едва отрываюсь от постели, как сегодня. Эх, незнакомое это чувство. Особенно, когда за окном такая погода. Ага. Тело как будто знает, усилится гроза или нет. Ни один прогноз погоды не сравнится с предсказаниями, не сравнится с моими предсказаниями от суставов. Да. К счастью, имбирь отлично помогает мышечной боли. Ага. Джорджи. Кстати, в Тамадачиле. Сторис, у нас никаких фоток сегодня нету. Жаль. А, всем привет. А вот и герой дня. Привет, Джорджи. Что я пропустил? Очень важный разговор о погоде. В самом деле? Значит, я и правда немало, пропустил. Как поживаешь? Как я поживаю? Если ты в моем деле, я даже не знаю, с чего начать. Хенри, ты же ничего не знаешь о том, что я собираюсь сказать? Нет? Ты о чем? Надо было вести его в курс дела до моего прихода. Извиняюсь. В свою защиту скажу, что ты не говорил, что придешь. Об этом только недавно сказал Гал. Виноват. Я помогу объяснить Хенри, что происходит. Короче говоря, несколько машин неподалеку пострадали от рук вандалов. Бла-бла-бла. Всю эту историю мы знаем. И он пытается понять, связано ли исчезнувшее дерево с этим телом. Такая вот ситуация. Да, все так. Это нужно осмыслить. Что нового произошло с тех пор? Ну, я попробовал кое-что провернуть. Я поставил на место... поставил на месте, где росло дерево, пару свечей. Воспользовался зажигалкой и пошло-поехало. Как насчет небольшой предыстории? Внести немного ясности. Сразу предупрежу. Все, что я сейчас расскажу, случилось взаправду. Вам может показаться, что я спятил, но этого пока не произошло. Поняли? Так точно. Фрум уже кое-что, какое-то время знает о моей зажигалке, что она может быть связана с рынком фея, о котором мы уже говорили. Правда? Как же она с ним связана? Раньше зажигалка принадлежала моему деду. Есть вероятность, что он купил ее на том рынке. Любопытно. Да, вот так совпадение, правда? Моя дочка обожает всякие загадки и тайны. Я поговорил с ней в недавних происшествиях. Она сказала, что зажигалка – это ключ к пониманию всего происходящего. И дала мне несколько советов. Так что прошлой ночью я туда вернулся. Ну, к тому самому месту, где раньше росло дерево. Зажег пару свечей, а посередине положил зажигалку. Честно говоря, это было охренеть, как жутко. На улице было не ветерка, и у меня прямо-таки разрывалась голова. Я даже не знал, надумываю я или вдруг... или вокруг и впрямь что-то неладно. Как бы там ни было, я решил, что лучше мне в это не лезть. Так что я последовал интуиции и убрался оттуда подальше. А что потом? Она взорвалась. Что? В смысле, что? Зажигалка взяла и взорвалась. Как это взорвалась?
Да, однозначно нужно больше деталей. Но я не увидел, как это произошло, потому что все время шел к машине, зато услышал. Тыдыщ. А потом, уф, затем клац-клац. Тыдыщ. Что это за звук такой? Ну, знаешь, когда что-то мелкое и металлическое взрывается. Может, тогда бах? Нет, это звук выстрела. Не хочу, чтобы вы запутались. Ну, тыдыщ. Что за тыдыщ? Ну, сам знаешь, тыдыщ. А что потом произошло? А, так. Я сразу же обернулся и увидел, как она упала с открытой крышкой. Загорелся белый огонь. Ого. Скажу честно, у меня аж ноги подкосились. Но прежде чем я успел среагировать, из угла показались две... О, что такое? Ребят, я вас тут пытаюсь зевоты заразить. Кто попался, пишите в комментах. Будет интересно узнать. Из угла показались две невысокие фигуры и двинулись по направлению к зажигалке. Они тебя заметили? Да. Они осмотрели зажигалку, пока я просто стоял рядом. Затем напрямую спросили. Это твоя зажигалка, парень? Я сказал, что да. И сразу забыл, задал ответный вопрос. Это вы в последнее время портите здесь машины? Они сказали, что да. Ага. Похоже, дело закрыто. Значит, они не были призраками? Черт из два. И слава богу. Тогда кто они? Скажем так, они были близкими друзьями жертвы. Они из феи, но когда я их увидел, то аж опешил. Опешил? С чего бы ты их знаешь? Вроде того. Им принадлежит закусочная гном-ном рядом с моим домом. Блин, гном-ном. Это офигенное имя для закусочной. Ого. Получается, они знали, что это твоя машина? Нет, потому что я всегда забираю заказ с собой. Обычно хожу к ним пешком. Тогда зачем они портили машины? Все спровоцировало нарушение обещания. Нарушенное обещание. Еще давным-давно. Помните, мы говорили про дерево, которое там раньше стояло? Там произошла авария с трагическим концом. Когда все случилось, суд постановил, что водитель практически ничем не виноват, не считая того, что выпившим сел за руль. Это решение вызвало бурные протесты. Хоть так. В ответ тогдашний мэр связался с семьей жертвы. Он пообещал сохранить дерево, чтобы местные жители могли его посещать. И власти выполнили свои обещания, дерево не тронули, даже когда мэр ушел в отставку. Но несколько лет назад он умер. И всем нам известно, что случилось с деревом. Ясно. Получается, они пытались сохранить память не только о своем друге, но и о совершенном несправедливости. Город потерял потерпел столько реконструкций. Неудивительно, что тех, кто жил в этом районе раньше, уже там нет. Точно. Раньше там повсюду стояли невысокие жилые здания, жили ветераны. А сейчас, куда ни глянь, повсюду бесконечные проекты. Ты в порядке? Да. Извини. Ситуация меня немного тревожит. В каком смысле? И о том, что происходит после их смерти. Меня беспокоит, что их собственных воспоминаний недостаточно, чтобы они продолжали существовать. И что, не вспоминая о них, мы тоже постепенно забудем, что они существовали. Это как-то неправильно. Я понимаю, о чем ты. Следы их существования будто стираются. Но поэтому они и заводят животных. Владельцы гном-нома как-то сказали, что у них живет огромный мастиф. Другие частенько заботятся о нескольких животных сразу. Любопытно. Наверное, поэтому некоторые из них предпочитают жить рядом с дикой природой. Но животные тоже не слишком долго живут. Да. Но воспоминания о них исчезают, если о них полностью забывают, да? Наверное, даже не знаю. Ладно, ясно. Но ведь это естественный процесс, разве нет? Что заставляет нас отдавать дань уважения или вспоминать тех, кто умер очень давно. Например, наших предков. Мы сами делаем этот выбор. Каждый апрель мы с Рэйчел ходим на могилу моей жены. Раньше мы ходили и на эти могилы, и на могилы бабушки с дедушкой, когда жена была еще жива. Если в это время у нас гостят родственники, они к нам присоединяются. Мы чистим надгробия, берем с собой еду, обедаем и общаемся. Так почитают мертвых на камиме. Я уверен, что в других культурах на этот счет свои правила.
Да, я считаю, что мы следуем этой традиции ради самих себя. Мы вспоминаем тех, кто ушел, за что мы их любили. Не считая части про стертую память, я согласен. Не считая части про стертую память, я согласен. Память о мертвых — это ответственность живых. А знаете, что я скажу по этому поводу? Есть, например, некий человек, который совершил некий великий поступок. Он прославился, или, ну, скажем так, об этом стало известно окружающим. И он в его временной линии, пока он живет, или когда он умер, совершает этот поступок, или, в общем, вот за его жизнь и после его, ну, его после, в ближайшее время после его жизни, это будет очень известный и очень громкий поступок. Об этом будут говорить. Там, допустим, следующее поколение тоже будет об этом знать. Даже третье поколение будет об этом знать. Но начиная с четвертого поколения, скорее всего, сменится век, сменится столетие. И, честно говоря, вот как мы сейчас живем в 21 веке, мы знаем достаточно много о героях 20 века, потому что это относительно недавняя история. К тому же в нем было много кровопролитных войн, было много научных открытий. Это был очень яркий век, и мы много чего из него знаем и помним. Но чем дальше уходит время, тем меньше мы знаем. Например, ну, я, конечно, понимаю, что есть любители истории, и, надеюсь, среди вас их много, но, допустим, о каких ярких событиях 19 века вы можете сейчас сказать? И в сравнении с 20 веком, сколько будет этих событий? Я думаю, что их будет на порядок меньше. Что вы мне можете сказать про 18 век, про 17? Что интересного произошло в 11 веку? Ну, то есть, я понимаю, что это время тоже было насыщено разными событиями, разными там открытиями, разными путешествиями, войнами. Это было всегда. И нельзя сказать, что 11 век был более скучный, чем, например, 19. Просто чем дальше от нас какие-то события, мы можем вспомнить известных личностей 20 века. То вы можете сходу мне назвать 10 значимых и известных личностей 14 века? Вот о чем я говорю, что все равно мы важны для себя, для своего круга, или потому что мы совершаем какие-то поступки, но чем больше времени проходит после нашей смерти, какой бы ни был важный поступок, который мы совершили, он все равно будет потихоньку забываться. Поэтому не существует ничего вечного. Да, я прав. Я знаю, спасибо, спасибо, Гал. Я знаю, что ты меня поддержишь. Если откинуть идею, что есть жизнь после смерти, память о мертвых важна для нас, а не для тех, кого больше нет. Ну, по сути, да. Они же уже умерли, им это уже не надо. Точно. Было бы здорово, если бы мы все вместе хранили память и помогали друг другу. Потому что сохранить историю — это командная работа. То же самое, что, собственно, здесь случилось с этим инцидентом. То есть, инцидент случился, даже после ухода мэра дерево не трогали. Но когда мэр умер, прошло уже там, скорее всего, два поколения. И все такие: да ну нафиг, это было давно. Раз уж самый прямой путь к мудрости — это извлечение урока из прошлого, и неважно, темное оно или светлое. Ага. Кстати, владельцы гномнома. Что с ними в итоге произошло? Да, точно, ты их арестовал? Не. А отпустишь их? Не прям так. Но у меня есть одна идейка, как с ними поступить. Сейчас мне достаточно мысли, что в этой ситуации не были замешаны призраки. Все же очень странная история. Да, ну и ночка. Что есть, то есть. Так, как, здоровяк? О чем задумался? Ну так, ни о чем. Жаль, что с зажигалкой так вышло. Да, она ведь наверняка теперь ни на что не годится, да? Тут такое дело, она по-прежнему работает. На ней не осталось ни царапинки. Правда? Она же взорвалась, разве нет? Ты дыщи и все такое. Мы ведь даже обсуждали звуковой эффект, который сопровождали взрыв. Как я же сказал, с ней все нормально. Не знаю, что еще добавить. Ясно. Хочешь знать, что я думаю? Нет. Не засел призрак. Вовсе нет.
В этой штуке неоднозначно засел призрак. Как в этом можно сомневаться? Белый огонь, это и правда довольно неестественно. А помнишь, как ты постоянно забывал здесь эту зажигалку? Слушайте, я с возрастом, у всех ухудшается память, в этом нет ничего такого, понятно? А насчет того, что зажигалка взорвалась, думаю, все дело какой-нибудь внезапной химической реакции или что-то типа того. Этой штуке все-таки очень много лет. Раз так, лучше тебе перестать носить ее с собой. Как бы там ни было, я тебе верю, Джорджи. Ты прав, совпадений не бывает. Я по-прежнему считаю, что в этом был замешан призрак. Прикуси язык, Хенри! Хватит уже. Все, загадка раскрыта. По крайней мере, на данный момент. Кажется, мне пора. Меня так поглотила эта история, что я пропустил несколько сообщений. Извините, что так внезапно ухожу, поболтаем в следующий раз. И, конечно, хорошей дороги. Приятно было увидеться, Энри. До скорого. Ушоль. Коте. Дай-ка я пересяду. Знаешь, от всех этих разговоров у меня горло пересохло. Приготовишь что-нибудь? Нет, спасибо. А я не откажусь от эспрессо. Кофе, кофе. Кофе. На, держи. Твой эспрессо, Джордж. Спасибо. Вкусно, как и всегда. Ну что, офицер, какие дальнейшие планы? Кроме как поговорить с ними, наверное, займусь слухами. Пошел слушок, что в этом районе вандалы совсем озверели. Ожидаемо, разве нет? Не к чему попусту тревожить граждан. Какое-то дело тоже практически закрыто. Не хочу, чтобы СМИ преувеличили трудности этого исторического района. Это да, с условиями нужно быть осторожным. Если ничего не сделать, ситуация выйдет из-под контроля. Ну, я пошел. Долг зовет. Типа того. Знаешь, я тоже пойду. Уж довольно поздно. Спасибо, что выслушиваешь нас. Наш старческий бред. Мне нравится проводить с вами время. Ну, тогда до встречи. Доброй ночи. Берегите себя. Да. Память — это штука интересная. Ну что, ребятки, тогда темный лимон будет закрывать эту серию. А мы с вами будем прощаться, потому что увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.